Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, как бороться с мыслями о человеке? Да, не надо с мыслями о человеке бороться. Нужно их проговорить, прожить, вот, проэмоционировать, если угодно. И все, мысли уйдут. Девушки жили 6 лет, но последние 3 года начались финансовые проблемы. С ее стороны начались недоговоры по поводу появляющихся кредитов, на эту тему нормально ни разу не поговорили. Ну, я думаю, что здесь ключевой момент в том, что вы на девушку всю ответственность перекладываете. Если у нее финансовые проблемы начались с вами, значит и ваш вклад в это тоже был. Вопрос только в том, какой. Из-за этого у нас пропала близость. Нет, я думаю, что вот вы пишете, что мне не хотелось, я потому что скрывала какие-то свои кредиты. А как это связано? Ну окей, она скрывала кредиты. А как это связано с тем, что вам ее не хотелось? Просто, ну как-то вот я связи не вижу. То есть вы в этом видели что? Какую-то угрозу себе, например. Вы в этом, ну, не знаю, еще что-то видели. То есть, ну, давайте как-то вот, поподробнее, да, немножко вот этот момент поисследуем. Да, то есть, как связано, условно говоря, одно с другим, да, вот. Я хотел бы это понять, я хотел бы понять, как связано вот то, что, значит, девушка скрывает кредиты, да, вот, и то, что вы ее, ну, грубо говоря, да, не хотите, вот. А при этом я хочу, чтобы вы, ну, как-то вот правильно меня поняли, да, и я хочу, чтобы вы услышали меня в том, что вы не должны, не должны были ее хотеть, например. Вот. Просто у вас это как-то связано. И я хочу понять, как это связано. Вот. Это вот, ну, вот такой момент. Дальше. Часто происходили ссоры из-за этого. Опять же, ссора есть, психологическая игра. Вот. То есть это, ну, на мой взгляд, нужно понимать, вот. То есть, если вот у вас с ней, ну, вот, значит, ну возникли ссоры, да, вот, то я думаю, опять же, какой-то вклад ваш в это был. Вот. А вопрос заключается только в том, собственно, что это за вклад. Да, то есть, вот, ну, буквально. Вот. То есть, дело-то не в том, что вы вот ссоритесь, и вы
такой плохой и так далее. Нет, а дело именно вот в том, чтобы понять, как эта ссора вообще могла появиться, да? Вот. Каким образом она вообще могла появиться? Вот. Ссора, я имею в виду. Вот. Я рекомендовал бы вам изучить психологическую игру «Скандал». Вот. Вы можете это поисследовать. Вот. И вам будет несколько более, может быть, понятнее, о чем идет речь. Вот. И вы сможете лучше для себя вот этот момент увидеть. Вот. Дальше. Так, я в конце узнал, что она меня изменяет, причем уже больше месяца. Ну, очевидно, что это реакция на напряженную атмосферу. Да, и для вас это травма, конечно. Измена – это травма, это разрушение привычного мира, вот, видение себя и партнера. Вот, поэтому это нужно прожить, и то, что разрушено, вот, склеить. Разошлись, пишете вы, но опять же, а ваша, вот ваша, именно ваша, активность, да, именно вот ваш, вклад, то, что вы разошлись, он какой? Ну хорошо, а чья была эта, допустим, идея разойтись? Да, то есть это была ваша идея, это была идея там, допустим, девушки, да, то есть вот. Я думаю, есть некая вот проблематика в том, когда вы говорите, вот, значит, что мы разошлись, потому что нет в этом смысле, да, нет никаких мы, вот, на мой взгляд, нет никаких мы, вот. Есть я и ты. Вот. А мы нет. Поэтому вот тоже очень бы хотелось вот этот момент, да, тоже, ну, обратить на него ваше внимание. Я понимаю, что вам тяжело, да, и что эта вся ситуация вас не радует, очень важно это все увидеть, вот, чтобы вы увидели ситуацию немножко по-другому, вот, не так, как видите сейчас. Сейчас вы представляете себе жертвой, вот. Вероятно, вы представляете себе жертвой сейчас. Вот, но я бы не сказал, чтобы жертва, вот, в этой ситуации, я бы сказал, что вам нужно найти в себе, пожалуй, некий такой ресурс для
значит, ну, фиксации, я бы сказал, да, вот, для фиксации собственной активности, ну, вот, ну, в этой ситуации. Вот, это вот такой момент. Так, она ушла к нему, мы работаем вместе, каждый день вижу ее нового парня, это тяжело. Еще как минимум 2 месяца улицы, не могу, спорт, какие-то увлечения, помогают отвлечься. Постоянно думаю о том, зачем она это сделала. Ну, допустим, вы узнаете, что это изменит. В целом у вас много злости и агрессии. Вот. И задача психолога вам помочь это, ну, выразить, прожить. Понимаю, что на это сказался от всей близости, но часто обговаривали с ней, из-за чего ее не отказали. Это же не решает проблем. Вы же не расспрашивали, например, у вас нет идей, каким образом она в принципе кредит начала брать. А это говорит о кризисе. Вот как избавиться от мысли о ней? Ну, в принципе, я вам сказал. На этом все. Желаю вам всего доброго. Удачи.